сделано специально, легко можно открывать, на нем можно стоять. Прощай, любимая. Идите за трос, не стойте на тросу на втором. И сюда, сюда. А, да, лучше вот, вот сюда. А. Сейчас на посадке отходим, вот сюда за полотнище садиться не буду. Сейчас как раз сбоку она пройдет. Сейчас. Слушай, что-то я передумал. Я и так не особо желанием горел. Как не видел, нифига себе. Так, что? Давайте, вот можете на руку облокотиться. Ой, ой, тяжелый, зараза. Прошу. Просто еще. А можно его вот так вот? Ну, можно. Можете его снять, значит. Все. А ты что с парашютом не прыгнула? А? Ты что с парашютом не прыгнула? Что, вылететь? Ты, конечно, за чего? Нет, он спрашивает. А, красный. Ага. Взлет будет достаточно динамичный, мы увидели. Набор высоты будет хороший. Если будет уши закладывать из-за перепад давления, заглатывайте и все. Как в самолете обычно. Да. Наверное, будет что сглатывать. 517 к выбору слабины готов, красный. Ребятка, выбирай, чтобы был красный. А, ребятка, выбираем красный.
517 слабина, выбранный взлет готов красный. Обертка взлета ЗШ красный. Обертка взлета на красном. Перегрузки чувствуются. Ну да, ощущается как бы так на выходе. Чтобы имели представление, как бы тут летчики. Ну да. Ну да, профессия, скажем так, не ласковая. Ну, хотя, наверное, фанатизм есть определенный. Ну, здесь достаточно низко. Полотнище хорошо. Да, у нас 17 на третьем процентке готов. Немного укачивает, да. Укачивает? Ну так немножко есть. Ну, фактически приземляем. Я понял.